Международных конкурсов саксофонист. Сегодня рад был создать вам настроение в самом начале. Но сейчас, дорогая Наталья, я прошу тебя выйти. Давно, друзья, веселые, мужчины по очереди. Простились мы со школою. Каждый год мы в свой приходим класс. Да, у кого ладошки свободны, похлопайте. Звёзды с пёнами встречают нас поклонами. И школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы пришли, и на ноги пришли, передаем. И здесь мы снова родина, крылья прочитали как страна. Thank you.
очаровательную, которой сегодня 17 и пусть будет всегда. Наташа, с днем рождения! С днем рождения! Она пошла в школу, поэтому и мы тебя отправляем учиться дальше, потому что учиться никогда не поздно, учиться мудрости, учиться любить, учиться дарить родным и близким радость, учиться дружить, ну и учить тех, кто с тобой рядом. А вас, дорогие друзья, спасибо большое, что вы сегодня с нами, приглашаю за стол, мы в честь, Наташ, тебя бокалы поднимаем! За юбиляру не ура! Вот вы знаете, мне кажется, вот жизнь женщины удалась, если она за каменной стеной. Муж. И надежда, и основа. Для нашей Наташи суперопора. Он для нее незаменим. Встречайте торжественно муж наш Вадим! Наташенька, дорогая моя, с днем рождения, с твоим 50-м днем рождения, юбилей, это здорово. Я хочу тебе пожелать оставаться такой же вот живой, такой же яркой. Я по-прежнему тебя люблю, по-прежнему желанно. С днем рождения, моя дорогая. Пожалуйста, поднимайте. Ну что, дорогие гости, бокалы поднимаем, ура! Как себя нужно вести в юбилей? Наташа, рекомендации от старшего юбиляра. Жизнь только начинается. Больше резвись, поменьше вот там вот, где там кто-то что-то говорит, больше энергии, и жизнь удалась. Отлично. Отрываться на полную катушку. А, мы сейчас еще стишки придумаем. Нынче нашим юбиляром дают подарки за амбаром. Вот так вот, Наташа. Если не знаешь, где искать, то туда. Мы желаем юбиляру танцевать под скипидаром. Все года прошли недаром, нынче нашим юбиляром. Ура! Мы желаем юбиляру утром чаю и отвару. Ну, какой отвар там? В общем, Наташ, мы тебя вообще вот тут все собрали, прям вот все, кучу все сделали. Поэтому сейчас давайте наполним бокалы, и я хочу передать микрофон и поздравления следующему замечательному человеку, присутствующему здесь, среди вас. Дорогая моя любимая, самая красивая, самая
добрая, самая, вообще, самая лучшая мамочка. Поздравляю тебя с этой совсем еще маленькой датой, еще вся жизнь впереди. Я рада, что у тебя есть дядя Вадим наш, дорогой любимый, что он с тобой, что когда меня нет, он всегда рядом. Не думала, что это был Макс. Рада, что я с тобой сейчас здесь, что не где-то там. Что я 28-го приехала к тебе. Ну, я тебя люблю. Будь счастлива. Я всегда друзья, поднимите руку, у кого есть детки? Вот, вы представляете, давайте за наших деток. Мариночка, за тебя, за твое поздравление, за то, что здорово, что ты есть у мамы. За наших детей, ура! Двоюродному брату Александру Стяжкину и его большой семье. Вся родня, твои все близкие, значит, мы немножко провели конкурс, вот сейчас там ребята подготовят. Пока они готовят, мы тебя поздравим. Самая большая наша семья тебя от души поздравляет. Здоровья, счастья, удачи во всем, от чистого сердца желаем. Желаем мы от всей души, чтоб по утрам вставала с той ноги, чтоб никогда не знала про долги, тревоги, чтоб вдаль ветер уносил, и чтоб на все хватало сил, чтоб Вадик на руках всю жизнь тебя носил, и чтоб ему для этого хватало сил, чтобы Мариша тебя уважала, да и подарками не обижала. На работе тебя все любили, медали ветеран труда наградили, и чтобы ты не забыла эту дату, и чтоб жила всегда богата, чтобы сердце не шалило, как часы на башне било, никогда чтоб не болело и все так же хорошело. Чтоб поднять вам настроение высоко, как никогда, поздравляем! С днем рождения! Будь ты счастлива всегда! Ну, самое главное тебе в жизни здоровье и семейного благополучия и взаимопонимания. Мы вас очень-очень любим, ценим, уважаем и желаем вам крепкого здоровья нашего уральского, счастья безумного, любви безмерной, чтобы она всегда была, чтобы она всегда вдохновляла, женского счастья, исполнения самых заветных желаний, путешествий, много путешествий и всего самого светлого, доброго и хорошего. И все на экран.
Процветала. Ура!
родные, близкие, я бы даже сказала, две родины, которые дали Наташе жизнь, которые нам ее подарили. И вот она такая сегодня красивая, молодая, счастливая с нами. А те, кто, собственно, дал ей жизнь, они там, наверху, но говорят, в юбилейный день они с нами. Они, я думаю, гордились бы тобой, гордились бы твоими друзьями, родней, гордились бы Мариной такой замечательной, Вадимом. И были бы спокойны за тебя, у тебя правда все хорошо. И им там тоже хорошо. И знаете, родители были уникальны. Уникальность состояла в том, что они любили танцевать. Они танцевали, кто-то даже кивает головой, видимо, знают, да? Они танцевали, они любили танцевать танго. И сегодня в их честь мы подготовили тоже номер. Границы и замки, и заносит песком города, а для
к счастью вели все дороги, и душа, чтоб была молода. Если карты для вас что-то значат, пусть на всех перекрестках земли нам пророчат Наташе удачу, благородных мастей короли. Ну что сказать, ну что сказать, устроены как любят, но умнее не сбежать. Когда-нибудь да будет что сказать, ну что сказать, устроены как любят, но умнее не сбежать. Когда-нибудь да будет. Этот замечательный день. Примите искренние слова благодарности за многолетнюю, более 27 лет, это получается спуск, как кто не знает, совместную работу, которая благодаря вашему профессионализму, богатому практическому опыту движенца, являлась успешным сотрудничеством и взаимодействием работников станции. По проспекту Сунавто, да, уточняю. Ну и кто не знает, 2015 году, да? Ну, трудовые успехи по поводу, как вы сильно помните, какие, да? Были отмечены грамоты, да? Да. Министерство транспорта и связи Свердловской области, поэтому присоединяемся к ним, так сказать. Ну, я, честно говоря, до конца не буду это читать, вы это читаете вот сами дома, я думаю, вот просто от себя. Ну, чисто по-человечески, я от своего лица поздравлю, что Наталья, когда я пришла, это было очень много лет назад, ну, по сравнению, когда вы пришли, конечно, меня не было, но не суть важна. Когда я пришла, очень приятно было. Дима, иди там подмети, пожалуйста, там подмети. Очень приятно было, что меня приняли в ваш коллектив, хотя я пришла молодая, мне было очень трудно, но несмотря на это, прижилась, работаю, и буду работать, никуда вы от меня не денетесь, и да, и вас я никуда не отпущу, поэтому желаю вам чисто человеческого женского счастья и продвижения на работе. Сейчас, дорогая Миляша, у нас самая, вот самая, знаете, такая
маленький такой викторину для сидящих здесь гостей. Они же мало чего соображают в этих кнопках, которыми ты рулишь. Давай какое-нибудь такое слово, а они будут, как в Википедии, давать определение, что это такое. Давай что-нибудь такое замудрение. Пригласительный сигнал. Это можно поэтому нельзя. Это можно что? Поезду, это поезду, значит, можно выезжать. Она мужа зовет. Вам по БТС сказать? Да. Как положено. Правило технической эксплуатации. После остановки с скоростью не более 20. Выезжаем сигнал. Ты быстрее. Ну, в общем, это как-то так. Ладно. Утренний доклад. Утренний доклад. Как вы думаете, это что? Красный привет, Владик. Это хороший сон приснился. Это устройство СТД работает нормально, блок в наличии согласно офису, предупреждение выписано, замечаний нет, причем 50-50 не возвращу. Вот. В общем, вот это как-то вот это оно. Ну что, дорогие девчонки, здорово, что вы есть. Такой замечательный, дружный коллектив, который сегодня чествует Наталью. Все присутствующие гости призываю, давайте поднимем бокалы за работу, за нее. За место, куда вы с удовольствием, надеюсь, что с удовольствием все ходите, но судя по тому, как вы дружите, по-моему, с удовольствием, потому что работа наша – это наш второй дом. Девчонки, за вашу работу! Ура! А ты переверни в другую сторону.
Правильно. Не так. Вот так. Это сердце из чистого золота. Пускай уйдет тоска кручина, мы дали вам сейчас картину, как нарисована она, какие дивные тона. Не стыдно это полотно в музее выставить, поверьте. Но ты, Наташа, все равно прекрасней всех на свете. Нам покажите. Да. Рисовал ее два часа. Для Наташи в нашем исполнении. Так и называется. С днем рождения! Побежали! И поем все! Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год срослеть. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Ведь не зря в день рождения собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, веселья, любви, желаний, исполнения и миллион ночей дней. Все! С днем рождения, любви до головы. Бежать можем, бежать. А теперь все, Наташенька, иди по кругу, тебя все пообнимут, поцелуют, что-то скажут, за ручку пожмут. Обязательно каждому гостю надо прикоснуться. Буги-буги, рок-н-ролл, твист, как вы его назовете. В исполнении очаровательной пары Юлия и Антон, лауреаты международных конкурсов. Встречаем! Специально для вас танец. Чувак. В общем, короче, покеляем по Бродвею. От нашей замечательной пары для всех желающих научиться танцевать рок-н-ролл. Выходи!